В этом ролике расскажу разницу между хостом, сервером и клиентом, а также решим проблему, про которую говорил в прошлой части о Network Manager. А именно, мы там с тобой запускали хост, сервер и клиент, но из инспектора. Поэтому в этом ролике сделаем возможность запуска из самой игры через UI-кнопки и немного кода. Охойо, зритель, ты во вселенной Rable, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все, что можно в описании этого ролика. Не пожалеешь. Начну с разницы между хостом, сервером и клиентом. Все эти определения можно найти за пару секунд в сети, но я хотел просто рассказать от себя для тех, кто вообще не понимает, что это и никогда с этим не сталкивался. Потому если ты уже все знаешь, используй тайм-коды для перехода к следующей теме. Итак, на самом деле все очень-очень просто. Для примера возьмем игру про мир танков. Смотри, по сути есть только сервер и клиент. Насчет клиента тут особо говорить нечего. Клиент — это игрок, который заходит со своего компьютера поиграть. Игрока в контексте этого ролика можно рассматривать не как человека, а как компьютер этого игрока, его MAC-адрес и тому подобное. А вот насчет сервера чуть сложнее. Есть два вида этих серверов. Первый — это локальный, то есть сервер на нашем ПК. Именно такой тип сервера ПК у нас и будет. А есть выделенный. Например, в танках есть несколько выделенных серверов. Это когда покупается или арендуется специальное оборудование под задачи сервера. Это производительность и постоянный онлайн. Локальный сервер не может справляться с такими задачами. Как минимум потому, что кроме обработки игры и хранения данных, этот ПК используется еще для наших личных целей, что убавит производительность игры. А если вдруг пропадет свет или у сервера не будет дополнительного источника питания, то все игроки, которые были на сервере, просто перестанут играть, так как сервер офлайн. Почему, когда игру обновляют, то сервера отключаются? Потому что нужно обновить все файлы игры на серверах и проверить их. Сделать это во время того, как игроки играют, невозможно, потому обычно ночью делают обновление файлов. И момент истины. Что такое хост? Хост — это гибрид. Немножко не такой. А гибрид сервера и клиента. То есть это тот компьютер, который является сервером и клиентом одновременно. Сейчас не буду углубляться в права клиента и права хоста, это уже буду говорить по ходу уроков. Но суть простая. Итак, вот я запущу игру и нажму на запуск сервера. Создался локальный сервер. То есть мой ПК — это сервер для этой игры. Все, теперь все игроки могут быть подключены к этому серверу, к этой игре. Но понятное дело, что только в локальной сети. Остановлю сервер и нажму на запуск клиента. У меня ничего не появилось, так как нет запущенного сервера или хоста. А вот если выберу запуск хоста, то запустился сервер и сразу же мой ПК стал еще и клиентом. Именно поэтому появился игрок, которого мы добавили и настроили в прошлом уроке. Если не смотрел, обязательно посмотри. Надеюсь, рассказал понятно и доступно. А теперь переходим ко второй части этого ролика. Это решение проблемы запуска клиента, сервера и хоста не из инспектора. Вот у меня, например, есть билд. Но не запустить хост, не подключиться к игре как клиент я не могу. Для этого есть специальный функционал компонента Network Manager. То есть те, кто смотрел прошлый ролик, помнят, что я говорил о Network Manager в конце ролика, о дополнительных темах. Для начала создам canvas и добавлю на него пустышку с именем Network Base UI Panel, внутри которой будет три кнопки. Для сервера, клиента и, соответственно, хоста. Не забуду расставить якоря, чтобы при изменении экрана положение кнопок было нормальным. Иконку для кнопки ты можешь забрать у меня в телеграм-канале по вот этому вот хэштегу. Ссылка в описании вместе с названием тега. Также ты можешь поддержать меня через Patreon или спонсорство YouTube. Кнопка прямо под роликом. После всех работ с UI элементами переходим к коду. Для этого создам скрипт Network Base UI и накину его на панель Base UI в Canvas. Открыв скрипт, напишем немного кода. Первым делом объявим три приватных поля для кнопок. Добавим свойство Serialized Field для того, чтобы заполнить эти кнопки в инспекторе. После этого в Awake добавим каждой кнопке метод, который и будет запускать то, что нам нужно.
И напоследок сделаем реализацию этих методов. В каждом из них нужно добавить всего по одной строчке. В OnStartServer нам нужно запустить сервер. Для этого в Network Manager есть специальный метод StartServer, который доступен через всеми любимый, Singleton. У нас пока ошибка, потому что, чтобы видеть Network Manager, нужно добавить библиотеку unity.netcode. Теперь ошибки нет. Остальные методы по тому же принципу. Уберем лишние библиотеки и идем в редактор. Заполним три поля с кнопками и можно тестировать. Итак, запускаем игру и запущу сразу хост, чтобы увидеть игрока. Вуаля, у нас все получилось. И момент истины. Давай сделаем билд, чтобы готовый билд выступил в роли клиента, а редактор был как сервер, чтобы видеть любые логи и список объектов. Для начала нам нужно чуть-чуть настроить билд. Добавлю компанию, а самое главное, в разделе о расширении я поставлю оконный режим с расширением 1280x720, чтобы сама игра не занимала много места на экране и можно было спокойно видеть и редактор, и билд. Теперь сделаю билд с запуском. Запущу игру в редакторе и выберу хост. Видим, что игрок у нас есть и на сцене, и в иерархии. А теперь выберу наш билд и подключусь как клиент. Супер, у нас все работает. Вот видим, что теперь два игрока. В редакторе у меня запущен локальный сервер и клиент, все это вместе называется хост, а в отдельном билде запустил клиента. Это как отдельный игрок, которым можешь быть ты, например. Пока этими игроками мы не можем управлять, но это все будет уже в следующих уроках. Поздравляю, мы решили первую проблему с запуском сервера хоста и клиента, которую нашли еще в прошлом ролике, а также поняли разницу между этими тремя словами. На этом этапе есть маленькое неудобство. Нужно постоянно делать билд, чтобы протестировать что-то. Но этот процесс можно упростить, и я покажу как в следующих уроках. А пока на этом все. В описании есть мой Telegram и Discord каналы, обязательно заходи. Надеюсь, было полезно, а сказать спасибо ты можешь лайком, подпиской на канал, а если уж было сильно интересно, тогда заглядывай на Patreon или кнопочка спонсировать прямо под этим роликом. Сайонара!